С 1 января болеть в рабочее время будет очень невыгодно. И особенно это касается тех работников, у которых рабочий стаж совсем небольшой. Стаж, необходимый для 100% выплаты по больничному листу, повышен. Правительством России принята новая формула для расчета больничных листов. Отныне оплачивать больничный лист в размере 100% от заработной платы будут только если у заболевшего имеется стаж работы более 15 лет. Ранее для полной оплаты больничного требовалось 8 лет трудового стажа. Сейчас же проработавшие 8 лет получат 80% от средней заработной платы. Если стаж менее 8 лет, выплаты по больничному составят 60% от средней зарплаты заболевшего.